Вы герои, потому что вы лечите детей. Я уже человек взрослый, но когда дети болеют, у меня паника, я не могу это переносить. Свои, будь то свои, чужие. А вы же видите это каждый день. К этому невозможно привыкнуть. Вы знаете, я пришел к выводу тому, что врач и учитель – это зеркало любого государства. Будьте достойны, прежде всего, этого звания. Поэтому я вам желаю все-таки оставаться стержнем нашего общества. Вот такими мужественными людьми, какими мы в обществе вас видим. Обычные люди, которых вы лечите. Меня упрекали, что я очень давно здесь был. Подтекст упрека я понял. Чаще надо бывать. Вы здесь рядом. Если пригласите что-то новенькое показать, я с удовольствием. Но самое большое счастье, если тут Сергей и Лариса Петровна мне правильно доложили, что у нас нет в этом плане проблем с детишками. Вот те профили, которые вы лечите, у нас нет проблем. Более того, выстроена хорошая, стройная система логистики. Ну, как врачи говорят, логистики. Это очень хорошо. Детей надо спасать. Это главное наше богатство. Сегодня 70 лет больницы. Больница родилась 19 июня 51 года. 70. Значит, мы приготовили такую книгу хорошую, где прописаны этапы становления больницы, где прописаны наши возможности современной медицины, где есть информация по нашим классным специалистам и прочее, прочее, прочее. Есть на этой страничке, в этой страничке истории, где ваше распоряжение по развитию материально-технической базы второй детской больницы. Александр Григорьевич, и датировано очень символично 19 июня 96 года. Это 25 лет назад. Значит, вот это, да, дарим. Вот эта фотография в окружении детей, счастливых и довольных, была сделана 25 лет назад, и мы хотели бы подарить эту же фотографию, трогательную, замечательную, вот в таком исполнении, и чтобы вы помнили, что вы посещали нашу клинику, вы сыграли роль в судьбе больницы. Вот результат того, что вы участвуете. Вот этот сертификат. Может, тебе это не надо? Это надо. Мне надо несколько таких сертификатов. Ну ладно, пока один. Для начала. Я не такой богатый, а потом мы с министром подумаем, когда решим, будем мы что-то тут пристраивать, как ты требовала. Ну, естественно, там понадобится и оборудование. Конечно. Но пока, чтобы на память осталось. Ой, спасибо огромное. Спасибо, Александр Григорьевич. Коллеги, это ультразвуковой аппарат высокого класса.